Я не скрою, что я тоже очень ждала этого события. Вчера и сегодня не спала и следила за новостями. К сожалению, не совсем в прямом эфире, а с 5-минутной задержкой, наверное, я увидела этот старт. Была на самом деле очень рада, восхищена. И вообще, наверное, гордость за нашу страну тут меня переполняет обычно в такие моменты.